Да посиди ты здесь. Папаша не скоро придет. А то все наверху да наверху. Здесь воздуху больше. Вот сядем у окна и будем смотреть. А как народ из церкви пойдет, ты вернешься к себе. Сегодня совсем весна. Солнце-то как светит. Хорошо на улице. Пойдем к Волге гулять. Полынья у пристани большая-большая, словно Волга уже разлилась. Не хочется. Еще знакомых встретишь. Начнутся сожаления, допросы. Сожалеют, считают тебя погибшим. Как будто бы они лучше. Алешенька, хочешь есть? Давай тебе пирожки из кухни принесу. Нет. Сейчас принесу. Когда тебе еще наверх-то пришли? Только 4 жарили, бери. Я один съела. Я наверх с собой возьму. Да посиди еще, только второй звон. Распопова каждый день в церковь ездит. Я знаю, зачем она ездит. Хитрая. А Костя все равно на ней не женится. Напрасно ездит. Он не имеет права. Да, он не может. А ты откуда знаешь? А мы с Катей все знаем. Мы у Леночки дневник читали. Нехорошо это. Постоянно вы подглядываете, подслушиваете. Такие же будете халды, как сестры. А ты откуда знаешь? Я так вижу. Я все вижу, что у каждого на душе делается. Ты умный, Алеша. Глупый. Не дотянул лямки в гимназии. Но я еще покажу им всем. Они думают, что нет ничего в жизни важнее гимназического аттестата. Есть. Аттестат я добуду. Как же, Алешенька? Сдам выпускной экзамен, да и все. Я не дам им погубить себя из-за бумажонки. Вот будет хорошо-то. А уж тогда я поговорю. Говорить мне хочется, а никто не слушает. Не с кем говорить. Ты мне скажи. Не поймешь ты. У нас в семье не с кем говорить. Брат умеет только фыркать. Мамаша больше тебя, ребенок. От отца после каждой фразы, вырвавшейся из сердца, приходится прятаться, чтобы он не схватил тебя за волосы и не начал таскать по полу. Про остальных и говорить нечего. Папаша на тебя теперь не сердится. Только не разговаривает ни с кем, больше один сидит. Не понимаю я его. О, затворник спустился наконец сверху. Поумнел? Сколько бы ты ни сидел у себя в комнате, ровным счетом ничего не высидел бы. Так что решил ты делать? Уехать. Цель? Ну, прежде всего, хочу уехать из дому. Это глупо. Мальчишество. Надо себе ясно представить, куда, зачем. Я это выяснил. Ты не хочешь поделиться со мной своими планами? Да, покуда не хочу. Напрасно. Я тебе мог бы, может быть, помочь. Я сам думал, что тебе лучше уехать. Хочешь, я поговорю с отцом? Я сам могу. Благодарю тебя. Свинья! Костенька! Костенька, ты здесь! В зале может кто-нибудь есть? Да, никого нет. Костя,
Где ты вчера был? Я не спала всю ночь. Я думала... В клубе играл в карты. Ну, перестань. Перестань, могут войти. Я расстроен, Лена. Расстроен всеми этими домашними дрязгами. Конца им не будет. Он, отец, до сих пор на меня дуется. Не говорит ничего. Кажется, если я получил сейчас где-нибудь в конторе 50 рублей и ушел бы один, или хотя бы с тобой, я был бы счастливее. Вот, если бы мы с тобой жили где-нибудь в деревне, мы бы с тобой вместе гуляли бы, катались бы на лодке. Я об этом, Лена, перестал думать. Все это несбыточные мечты. А как же ты раньше говорил, что это легко сделать? Ты говорил, что скопишь денег, что мы с тобой уедем. Я же мечтала. Я надеялась. Опять за старое. Бросите мечты. На мне дело. Целая семья. Что сто раз говорить об одном и том же? Да как же мне не говорить-то об этом? Ты же знаешь. Была там? Нет. Ну вот видишь. Мне неловко. Мне стыдно. Да ничего не значит. Это же очень обыкновенно. Поезжай в Слободу. Там на узкой улице живет какая-то. Я не знаю, как ее фамилия. Спросишь. Где здесь живет акушерка? Но она тебя не знает. Не все ли равно? А что там ездить-то, Костя? Я же чувствую. Ну, Леночка, ну, для меня. Понимаешь, если это так, я просто голову потеряю. Но ты же говорил. Ты же говорил, что если будет ребенок, что ты все бросишь, что ты уедешь. Довольно, довольно, довольно. Здесь разговаривать неудобно. Приходи ночью. Вот я читаю дневник Нансена. Замечательно интересно. Представь себе. Холод. Постоянная ночь. Вокруг лед. И среди этого льда кучка людей. Месяц пройдет. А что же я буду делать? Тебя ничем не заинтересуешь. Как я ни стараюсь, ничего не выходит. Что это не видно Людмилочке? А она в церкви. Скука у вас. Что же вы не едете в Москву? Выгоняете? Я спрашиваю. Вы лучше бы, как родственник, дали бы мне совет. Не пейте. Две недели пьете. Телеграммы каждый день, а вы не едете. 20 пришлют, тогда поеду, я их не боюсь. Вы думаете, меня прогнать могут? Никогда. Я в деле все. Даром, что приказчик, а у меня 10 тысяч в деле, не думаете? Мне это не интересно. А вы ничем коммерческим не интересуетесь. Какой вы коммерсант? Вам бы только книги читать. Я вас прошу прекратить. По-моему, так.
Книги так книги, коммерция так коммерция. Помяните мое слово, вы проторгуетесь. Ну, разве есть у вас порядок в лавке? Вот у меня в Москве. Обедня закончилась, народ выходит. Купец должен вставать в 6 часов и ни о чем не думать, кроме торговли. Отец торговец. А вы никакой. Это я вам прямо в глаза говорю. Вы хам. А вот через 2-3 года по Тверской на резиновых шинах в собственной коляске поеду. Хам, а поеду, грязью обливать стану. Перестаньте. И сдохну, если этого не будет. Вы совсем дикий человек. На вас обижаться нельзя. Удрал. Не любит правды. Что ты тут буянишь? Поздравляю вас, дядюшка. С Константином у нас разговор вышел. Во-первых, он тебе не Константин. А во-вторых, ему с тобой разговаривать не о чем. Разговаривай со мной. Если ты не пьян, я поговорю с тобой. Скажи на милость. Скоро ли конец будет этому? Чему? Да поведению твоему. Когда прикажете? Постой, не скоморошничай. Сегодня хочется мне в семье моей все уладить, определить. Говори мне прямо и просто, чего ты хочешь? Чтобы жена со мной поехала. Да ведь ты денег хотела. А я вам верю, вы отдадите, когда будут у вас. Я вот такой человек. А без жены мне возвращаться в Москву неловко, стыдно, смеяться будут. Так. Ну вот теперь мы и спросим у нее, хочет ли она возвращаться к тебе. Людмилочка! Александр Егорович, иди чай пить, после будешь разговаривать. Постой. Вот муж в Москву зовет. Поедешь? Говори, что есть на душе. Помни, отец у тебя не зверь. Дурного тебе не желает, лишний род не разорит его. Я не знаю. Как не знаешь? Ни к нему ехать, ни у вас не хотелось бы остаться. Это вы так только говорите, а потом будете молчать да дуться. От одних ваших взглядов убежишь. Понятно так. Зачем у отца на шее сидеть? Поедем, Людмилочка. Нет, не так. Я всегда и тебе, и другим желал только хорошего. Глядел на вас, душа плакала. А вы злобу да вражду во взглядах моих видели, словно не отец я вам, отца-то вы и не знали. Да вы все молчите. А если говорите, то ругаетесь. А вот теперь я говорю и не ругаюсь. Погоди ехать. Видишь, каким он хахалем стал? Пусть переменится. Пить перестанет. За ум возьмется. Тогда я сам тебя пошлю. Сам тебе посоветую ехать. Если ты, Людмилочка, поедешь, не узнаешь меня. Все забуду. Язык сам себе вырву, если он хоть одним словом посмеет намекнуть. Вот как. А пить не будешь? Не рюмки. За 10 работать буду. Через 2-3 года на резиновых шинах поедем. Какой вы глупый. Да уж книг не читаю. И считаю даже лишним для коммерсанта это. Я человек торговый. У меня каждый палец коммерческий. Каждый ноготь о выгоде думает. Все равно. И здесь скверно,
И у вас скверно. Я еду. Людмилочка, что ты? Да она шутит. Нет, я еду. Людмила, подумай. И нечего думать, правильно делает, хуже не будет. Я сейчас и телеграмму дам о выезде. Завтра, а если успеем, то и сегодня уедем. Тебе, может, на дорогу что-нибудь надо купить? Вот! Возьми. Объясни мне, что все это значит. Пришла, обвинила отца, что замуж насильно вытолкал, а теперь сама бежишь к нему, поманил резиновыми шинами и бежишь к нему. Да какая жизнь здесь? Вечно сознавать и чувствовать, что ты здесь лишняя, в тягость. Это ужасно. И потом эти вечные ссоры. То из-за одного, то из-за другого. По-моему, Людмила делает прекрасно. Павлик говорит, что лучше с мужиком в избе жить, чем здесь. От одного братца Костеньки сбежишь, куда глаза глядят. Вот видите, он сейчас ей 100 рублей дал. А ей нужны были перчатки, так она ни у кого здесь 2 рублей достать не могла. У меня взяла. Ты не забудь отдать. Я мешаю жить? Мне кажется, последняя прачка. Не вернулась бы к такому хаму. Ты так только говоришь. А сам первый дашь почувствовать, что я здесь лишняя. Попроси у тебя 20 копеек, ты не дашь. Да еще кричать начнешь. И эти женщины когда-то и чему-то учились. Мелочны, как торговки с толчка. Не ссорьтесь. Дайте хоть один день мне провести спокойно. Хотел я по-другому жить начать. Выше денег до торговли покой души считать. Хоть бы разорение через это пошло. А выходит совсем иначе. Я с добром, а вы с колом. Разорение я во всяком случае не допущу. Вам все равно. А у меня еще целая жизнь впереди. Да не то, Константин, не то. Разве о разорении твоем я могу думать? Хочется мне больше всего о душах ваших думать. Вижу я, что тьма в них, корысть да вражда, а деньгами тут не поправишь. Вы, кажется, в ханжество ударились. А это, по мнению нашего зятя Красавина, коммерческому лицу не к лицу. Ну, будет. Раз я хотел с вами по душе побеседовать, да, видно, не понять вам. Старуха, угощай чаем. Самовар не потухли. Чудесный ты сегодня, Александр Егорыч. Душа моя радуется. Какой папаша сегодня? Что с ним сделалось? Я его просто не узнаю. Надо Лешу позвать. Он его сегодня простит. Как бы опять не рассердился. Сегодня не надо. Такой день. Я мамашу спрошу. Мамаша! Афинка! Можно вас на минуточку? Сейчас. Чего тебе? Мы хотим Алешу позвать. Он с папашей повидался. Хорошо. Сегодня можно. Он его простит. Я сейчас. Скажи, что я велела. Бояться нечего. Сейчас его притащу. Куда? Алешу позвать. Пойдем вместе, лучше уговорим. Папаша здесь. Вот я и хочу, чтобы он зашел. Папаша сегодня добрый, хороший. Ступайте вместе. Скажите, что я велела. Идем. Чай не придет. А вось ради такого дня все исправится. А ты что, Леночка, что? А, я не хочу.
Мое почтение. В уединении мечтаете. Вам есть о чем мечтать. Каждый человек мечтает. А вы в особенности. Ах да, я должен извиниться перед вами. За что? Я наклеветал на Константина Александровича. Вы в столовой были совершенно вправе за него заступиться. Он ни с какой кассиршей не живет, да ему и незачем. Вы постоянно клевещете. И какое вам дело? Никакого, если это на стороне. Но если это в семье, к членам которой имею несчастье принадлежать и я, тогда другое дело. Да-с! А что вы имеете в виду? Вы прекрасно знаете, слухами полна вся дворня. Я Косте скажу. А вот это будет глупо. Я передаю только как слух и ничего не утверждаю. Иди, он сегодня добрый, хороший. Надо же когда-нибудь. Сейчас я папашу позову. Папаша, Алёша пришел. Пришел? Где? Простите за все. Я вам много горя сделал. Ничего. Ничего. Садись. Горячая. Отец ведь. Садись. Ну, говори, что ты надумала. Говори прямо, как товарищу. Не бойся. Ну, говори. Что ж молчишь? Ну, нельзя же так жить, без дела наверху сидеть. Самому чай тяжело. Да, мне тяжело. Вы не думайте, что я дурной. Мои поступки нехорошие, это я сам знаю. Но мне хочется быть лучше. Не понимаю. Все меня считают каким-то погибшим, никуда не годным. Если выгнали из гимназии, так и не человек, значит, я. Никуда нельзя глаза показать. Сожалеют, читают нравоучения, давят, гнетут. Озлобляют до того, что хочется иногда сделать что-нибудь дерзкое, жестокое. Да ты уж многое сделал. Само собой все выходило. И не думал, а делалось. Не мальчик я. И давно уже не мальчик, а все меня считают за какого-то маленького. Не говорят, дерут, почуют прописными моралями. Гимназическое начальство с высоты своего величия изрыгало свои наставления и ябедничало, сплетничало вам. Но не по голове же нужно было тебя гладить. Не гладить. А только не злить, не возмущать. Но ты же сам всех возмущал. Ну, сам же сознаешься, что многое делал нехорошего. Вот в том-то и дело, что я хорошо не знаю, дурно ли я вел себя или нет. Ну, как же не дурно, Алексей? Пьянствовал, кутил с какими-то девчонками. Это в твои-то годы. Начальство ведь все знало. Начальство это знало, знали и вы. Но что делалось во мне? Вы этого не знали. До этого ни вам, ни мне было никакого дела. Дурной, выбившийся из рук мальчишка. Бей его, запирай в карцер, записывай в кондуит, выгоняй. Простите, я, может быть, говорю так, как не следует говорить сыну. Нет.
Говори. Говори. Слушаю я тебя. И не знаю, что думать. Видишь, какой адвокат. Я не знал, что ты так и говорить-то умеешь. Не мудрено. Ведь, как это ни странно, я говорю с вами в первый раз в жизни. Я многое мог бы вам сказать. Да мне неловко и стыдно говорить с вами. Говори. Говори. Не могу. Я только буду просить вас позволить мне уехать отсюда. Дайте мне на первое время денег, и я больше не буду беспокоить вас ничем. Вот что я решил. И ты, значит, бежишь? Куда же ты поедешь? В Петербург. Постараюсь сдать экзамен на аттестат зрелости и жить уроками. Ну, что ж тебе дома не готовиться? И без уроков мог бы пожить? Дома. У нас дома жить нельзя, а не только готовиться. Что у нас ладу нет в семье, это я сам чувствую. И мне тяжело. Ну так вот ты растолкуй меня, старому старику, своим молодым умом, как быть? Что делать-то? Подсоби. Будь хоть ты человеком. Я не знаю, что вам сказать. Вы просите у меня совета? Это так ново для меня, так необыкновенно. Сюда. Что вы распространяете сплетни? Я вам покажу, как сплетничать. И если вы не положите этому конец, я уйду из дому. Я требую, чтобы Щеткин не вмешивался в нашу семью и в доме у нас не жил. Что такое? Щеткин изволит наговаривать на меня пасквиль. Я? Никогда ничего не говорил! Вы с ума сошли! Вы говорили, что я живу с Еленой! Что мерзавец! Мерзавец! Он смел моим братским, совершенно дружеским отношением к Елене дать такое пошлое толкование! Я этого не потерплю! А если я скажу, ты врешь? И ты? Нет, не может быть. Ты не Щеткин. Только он не может представить между мужчиной и женщиной обыкновенной дружбы. А что значит ее слезы? Я каждую ночь слышу за стеной, как она плачет, придя от тебя наверх в 3-4 часа. Где Елена? Елена сюда. Слышала? Что скажешь? Это дядя неправда. Мы с Костей просто дружны, читаем, разговариваем. Врут они оба. Они злятся на меня. Один за то, что я не одобряю его попрошайничество, а другой на каждого кинуться рад. Я не виноват, что тебя выгнали из гимназии. Не смеешь! Не смеешь! Лешу обижать папашу тоже в глаза. О, Аня, что с тобой? Мы с Катей ее дневник читали. Нехорошо. Аня. Нехорошо! Полно, Аня, Аня! Вон! Греховодница! Вон из дому! Вон! Отведите ее и за доктором пошлите. Лягте, мамаша. После того, что здесь произошло, тебе нельзя оставаться здесь ни минуты, чтобы прекратить этот скандал. Я тебя отправлю домой. Едем на вокзал. Костенька! Едем! Только после твоего отъезда они все убедятся, что их подозрения не имеют ни малейшего основания. Костя, едем! Костя, едем! Костенька! Не надо так огорчаться. Вы ни в чем не виноват. Ну как же не виноват? Мои ведь вы.
Вы делали все, что по вашему убеждению было нужно нам. Работали, трудились для нас, кормили, одевали, учили. Так откуда же вы такие? Сверху. Вот в том-то и дело, папаша, что мы жили наверху, а вы внизу. Внизу вы работали, трудились, чтобы нам наверху жилось спокойно. И мы жили, как кто хотел, как Бог на душу положит. Так, так. Вы знали, что мы чему-то учимся, что-то читаем, где-то бываем, но как мы воспринимаем, где мы бываем, вы этого не знали. Так. Вы рожали нас и отправляли наверх. Редко мы спускались к вам вниз, если не хотелось пить и есть. А вы к нам поднимались только тогда, когда находили необходимым ругать нас и пить. Так, так. И вот мы выросли, мы сошли сверху уже взрослыми людьми, со своими вкусами, желаниями и требованиями. И вы не узнаете нас. Вы спрашиваете, откуда же мы такие? Как должно быть тяжело вам. Вы целуете. Ведь это первый поцелуй отца. Папаш, поезжай, поезжай куда хочешь. Помогать буду. Родимый бой, родимый бой. Аринушка! Тихо. Где же она? Словно все вундеры спрятать надо. Надо спрятать. Вот ты где, а я тебя ищу. Думала, ушел уж. Письмо от Алешеньки получили. Катя сейчас читала. Письмо? Пишет, что больно уж хорошо ему. Неправда, чай? Всем вам нехорошо скоро будет. А компресс-то зачем с головы снял? Лучше, что ли? Лучше. Совсем прошло. Ну так иди надень сюртук. Ведь скоро приедут. Ах да, приедут. Приедут. Это вот что. Деньги возьми. Да где? Под ковром. Я положил. Вот. Ты того их спрячь. Елене передай, скажи от меня ребенку. А сам-то что? Константин узнает от имени. А ты напиши, болен, писать не могу, а деньги шлет. Обрадуется она, бедная. Обрадуется. И он обрадуется. Да кто он? Высокой, ученой. Костенька-то? Она чай ему и не скажет. Я сяду. Шел бы в спальню, полежал бы с часок, а потом оделся. Ведь надо будет сегодня выйти к невесте-то. Надо, надо, непременно надо. Я отдохну, немного отдохну. Ну, посиди-ка. А я велю огонь зажигать. Где Акулина-то? Акулина? От Алёши не видно. Уж я не знаю, люстру-то в зале зажигать или нет. А? Да люстру-то, говорю, зажигать или нет. Люстру? Как посоветуешь? Какую люстру? В зале. Надо зажигать. Зажигать надо.
Акулина! Что? Что? Александр Егорович говорит, надо зажигать. Мне все равно. Только я слышала, что Константин Александрович говорил Авдотье, что не надо. Надо зажечь торжественнее. Зажги. Уж больно у меня на сердце неспокойно, Александр Егорович. И чего затевает, сами не знаем. Худая, желтая она ведь. А понравилась. Просто, как это Алешенька говорил, беленый парень объелся. Теперь все равно. А грех-то какой у него на душе остается, подумать страшно. Вот, говорят, можно было выхлопотать, чтоб ему жениться на Леночке. Уж лучше на ней. Денег-то все равно не берет. Не надо. Не надо ничего. Ничего теперь не надо. Мы с Катей уже оделись. Катя хотела надеть серое платье, а я настояла, чтоб розовое. Ведь это лучше, мамаш? Лучше. Покажись-ка отцу. Нарядилась. Что это у вас в руках? Письмо Алёше? Да. Читали? Нет, еще. Хотите, я вам прочту? Почитай. Дорогой папаша и милая мамаша, деньги от вас я получил и бесконечно благодарен вам за них. Я ждал меньше, высылайте не так много. О своей жизни ничего не могу сказать вам нового. Доволен и счастлив, как только может быть счастлив человек. Мои сожители по квартире оказались превосходными людьми. Студент бесплатно помогает мне заниматься. Мы в неделю стали самыми близкими друзьями. Каждый день бегаем в Эрмитаж, так здесь называется картинная галерея, и целые часы проводим у любимых картин. Я кое-что начинаю понимать в живописи, в которой раньше ничего не смыслила. С утра до вечера. Свобода – это первое необходимое условие. Пальто мне. Шапку. Куда же вы? В халате? Да. В халате нельзя. Надену сюртук. Ведь скоро невеста приедет. Куда вы? Купите ей. Только ты никому не говори. Купите ей подарок. Медальончик. На шею. На шею. Медальончик. Все у нас по-новому, как в клубе, в благородном собрании. Он на себя денег не жалеет. Говорит, что сама Кукарникова обещалась на свой счет принять обстановку. Аня, где папаша-то? Одеваться пошел. Сам-то на все рукой махнул. Говорит, пусть своим умом живет. Шелк или штоф? Должно быть шелк. Меня с отцом из спальни гонит. Наверху поместить хочет. А в спальне свой кабинет сделать. Подумай-ка. Вы не переходите. 40 лет жили, всех там родили, да наверх. Да как не перейдешь? Ходит, дуется, не говорит ни с кем. Да правда ли, что он велел мне приходить? Не стану я обманывать. Спрашивала, сказал, пусть приходит. Только без своего сахара лимоныча. Это он так твоего мужа называет. Пора уж ему все забыть. Из-за чего теперь ссориться? С квартиры переехали. Безобразие какое. Это что? У себя в спальне совсем ногую повесил. Подумай-ка. Павлик очень хочется опять бывать здесь. Он с Кукарниковыми давно знаком. Ну и скажи, может быть, позволит.
Да, вот Леночка сюда приехала, порадовалась бы. Самому писала, а ребенке призналась. Ну? Вот как Бог свят писала. Ну и что же, папаша? Не велел он сказывать. Да уж я тебе скажу. Ты только никому не говори. Не скажешь? Говорите. Мужу не говори. Денег дал, велел послать. Сколько? Не считала. Мамаша, да здесь много. 3 пачки. Должно быть по 1000. Тысячи, мамаша. Ей много. Будет и 2. Все послать надо. Ты их покуда у себя спрячь, а то будем перетаскиваться наверх, как бы Костенька не увидел. Или нет? Лучше дай мне. Я их в подушку зашью. Акулина ощупает, смотрите. Ну, возьми. Только помни, все послать надо. Какой букет! Как пахнет! Костя велел вазу поставить. Пришел? Переодевается в своей комнате. Это он должно быть ей. Понятно, невесте. Так все делают. Куда ты, Александр Егорович? Здравствуйте, папаша. Нужно. Она думала невесте подарок купить. Это ей понравится. Да поздно уж. Магазины чай заперли. Успею. Я успею. Посмотрите, папаша, какой букет. Букет. Так я скоро вернусь. Вот какая счастливая. И букет, и подарки. А тебе жених веник подарит. А вы чего пришли? Костя узнает, что вы здесь? Мамаш, да вы говорили ли ему? Выгонит он меня, пожалуй. Сказала, позволил. А ты-то, трещотка, твое ли дело спрашивать? Шла бы наверх. Очень интересно наверху сидеть. Это к чему зажгли люстру? Я велел, чтобы не зажигать. Зачем зажгли? Здравствуй, Костенька. Ага, это ты. Здравствуй. Потушить надо. Я вам говорил, чтоб все было просто и обыкновенно. Что они к нам приедут запросто, а не на вечер, не на бал. Неужели вы этого не понимаете? Беда невелика, и потушить можно. Акулина! Зачем кричать? Когда есть звонки, никак привыкнуть не можете. Забываю я про звонки-то. Пожалуйста, при них не вздумайте кричать. Потушите люстру. Достаточно одной лампы на стол. А ты куда это вырядилась? На свадьбу, что ли, собралась? Мамаша велела. Мамаша. А сама не могла догадаться, что это ни к чему, не маленькая. Раз люди приезжают к нам запросто, то они должны нас видеть такими, какими мы бываем обыкновенно. Это сейчас видно, что ты нарядилась для них. Неужели же переодеваться надо? Как хочешь. Я только хочу сказать, что все у нас делается глупо и нелепо. Вы зачем надели эту дурацкую шаль? Разве не нужно? При царе горохе нужно было. Снимите. А Кате с Анечкой тоже снять? Как хотят. Устал. Целый день сегодня по магазинам. Из одного в другой, из другого в третий. У нас ведь ничего не умеют делать. Даже закуску сам покупал. Как находишь обстановку?
Прекрасно. Со вкусом. Очень хорошо. Неужели ты это один покупал? Нет, брал с собой покупать кучера Иваныча и кухарку Сергеевну. Ты до сих пор не поумнела. Какой ты забавник стал. Должно быть, очень счастлив. Это мое дело. Пора вам с мужем отстать от привычки совать нос, где вас не спрашивают. Да уж мы не суем. С квартиры переехали. Все недоволен? 15 лет жили. Это из живых цветов, Костенька, или из искусственных? Не трогай! Не трогай руками! Не буду, я думала. Думала! Кто это бра повесил? Вчера я снял! Я не знаю. Чешутся руки, черт их дери, ни в одном приличном доме не найдешь этих рагуль! Костенька, а где стол-то накрывать? В зале? Что? Стол-то где накрывать? В столовой! Так там тебя Авдотья спит. Фу. Столовая теперь у нас в моей комнате. Ага, я думала, в зале лучше. Я знаю, что лучше. Кто это бра повесил? Я. А чего ему в кладовой-то лежать? Да их нужно выбросить на помойку! Пожалуйста, вы хоть проследите, чтобы на столе все было прилично, как я говорил. К чайному столу рыбной закуски не подавать. Ростбиф подать целым куском. И нарезать как можно тоньше, только несколько кусочков. Понимаете? Как можно тоньше. К зеленому сыру не забудьте терочку. Нет, вы все забудете, лучше я сам займусь. Да. А что-то папаша не видать. Ушел он. Куда? Подарок невесте надумал купить. Это очень мило. Только не купит он ничего приличного. Жаль, что мне не поручил. Все сердится. А на что, и сам не знает. Такой у него характер. Говорила, что ли, ему про мужа-то? Папаша не приходил? Нет еще. Костенька сказал, чтоб снять вам розовые платья. Ступай, сними. Все равно. Ты вот что мне скажи, что мне с ней-то разговаривать. С кем? Да с самой-то, кукарниковой-то. Уж больно она важная. Говорит, так не дождешься, когда скажет. Молчите. Сидите и слушайте. Первый дождь, мамаша. Унижаться перед ней тоже не надо. Она гордится, что генеральша, а вы ей дайте почувствовать, что дочь-то ее без денег берете. Скажите, у Кости такие-то богатые невесты были. Каб не обиделась. Ничего, она и обидится, так виду не покажет, что обиделась, не узнаете. Дождь идет, мамаша. Первый дождь. Ну что ты с пустяками пристаешь? Ну пусть идет. Арина Ивановна, фруктовых ножей нигде не найдем. Константин Александрович сердится. Где ж они? Там ведь были. В буфете. Да нет там. Ни старых, ни новых. Пойду посмотрю. Идемте. Ты что такая скучная? Я не скучная. Скажи мне, пожалуйста, на какие деньги вот это все куплено? Не знаю. Я думала, слышала разговор. Папаша ничего не говорит. Не поехал он покупать. Кому? Какой подарок? Зачем? Просто не хочет их видеть. Не придет он. Да что ты? Разве это можно? Неделикатные кости обидятся. Приехали! Приехали! Она вся в черном, в волосах брошь. Как же нам туда, что ли, идти? Все равно не знаю. Здесь подождем. Катя, посмотри. Все у меня в порядке. Все хорошо. Платье старое. Братец на новое денег еще не дал. Прошу. Вот. Аня. Я такой вас и воображала.
Мы будем друзьями? Я хочу, чтобы мы были друзьями. Прелесть! Как к лицу вам розовое. Инна? Ой, простите. Вот еще. Сестра. Клавдия. Какой ты рассеянный. Очень приятно. Мне тоже. А вас я давно знаю. Мой муж очень много о вас рассказывал. Восхищался вами. Он бывал у вас в доме еще гимназистом. Да? Я, вероятно, вспомню. Хорош. Только слишком много пунцовых роз. Я хотел из одних пунцовых, но их не могли набрать. Слишком много яркого. Бледнее проще. А чем проще, тем прочнее. Компреневу, месье? Шакене са фантазии. Ой, только, пожалуйста, не по-французски. Не забывайте слово. Можно брата за уши оттаскать, чтобы он не говорил по-французски? Никогда не надо делать того, чего мы не умеем. Смотрите, смотрите, как мило. Инночка уже вступила в свои права жены. Таскает мужа за уши. Я хотел бы, мама, чтобы она их совсем выдернула. Это восхитительно. Какой он у вас милый мальчик. Надеюсь, что вы не в претензии, что он меня уже называет мамой. Меня мамашей зовет. А меня мамой. Ну, подойди ко мне, я тебя поцелую. У тебя, говорю не комплимент, масса вкуса. Мебель подобрана изящно. Цвета прекрасны. Все мило и просто. Но мне кажется, что эта комната не носит, так сказать, определенного характера. Не то гостиная, не то будуар. Я еще просто не успел все хорошенько обдумать, что и куда поставить. Это только набросок. Вот уж с Инной мы распланируем все иначе. По-моему, рояль надо поставить в залу. Вот этот предмет посередине. Впрочем, простите, я, кажется, уже начинаю распоряжаться. Пожалуйста, мама. Нет, нет, я предоставляю все это тебе и милейшей Арине Ивановне. Пожалуйте чай кушать в Костенькину комнату, то бишь в столовую. Чай? Прекрасно. Я всегда пью ровно в 9. Пожалуйста. Клавденька, пойдем. А вы-с? Вы нам сюда пришлите. Хорошо, Инна? Все равно. Пожалуйте. Пожалуйста. Пойдемте, Арина Ивановна. Нам с вами надо о многом поговорить, ведь мы матери, мы поймем друг друга. Нам тоже, Кость, можно идти. А вы не хотите с нами остаться? Нет, от чего? Я хотел бы поговорить с тобой об одном предмете. Они могут потом прийти. Мы уйдем. Это грубо. Сам же говоришь, что они маловоспитаны, и так обращаешься с ними. Нехорошо. Ничего. Я тебе буду очень признателен, если ты займешься ими. Они не глупенькие, но положительно невоспитаны. Мамаша разве может понимать что-нибудь в воспитании? Ну-с. Давайте секретничать. Смотрю на тебя и не верю глазам. Неужели ты у меня в доме? Не веришь глазам, можешь осязать. Целуй. Ты очаровательна сегодня. Как всегда.
Довольно. Сейчас чай подадут. Ну, говори, что хотел. Вот видишь ли... Я жду. Когда чай принесут? Я не люблю, когда мямлет. Говори. Скажи, ты любишь меня? Люблю. Я верю. И только потому решаюсь тебе сегодня рассказать. Мог бы совсем не рассказывать, если бы не был уверен в тебе. Ты меня пугаешь. Я повторяю. Я мог бы не рассказывать, если бы не был уверен в тебе, но я счел своим долгом рассказать. Да при том слухи и сплетни постоянно искажают факты. Я не люблю, кто мямлет, говори. Видишь ли? Это скучно. Хорошо, я скажу прямо. Ты, понятно, настолько умна и настолько знаешь жизнь, что не представляешь себе мужчин какими-то безупречными ангелами. Дальше. Вы хотите говорить о вашем бывшем романе, так начинайте прямо с нее. Кто она? Вот видишь ли... Я ничего не вижу. Кто она? У нас здесь жила моя родственница. Я был моложе. Увлекся. Думал сделать из нее человека. Сделали из нее любовницу. Я искренне увлекся, Инна. И, может быть, это увлечение не прошло бы до сих пор, если бы она была другой. Но она оказалась такой мелкой, мещанской натурой, узкой, эгоистичной, что я с ней не нашел ничего общего. Каждый день я убеждался в ее природной тупости, неспособности. Ее буржуазные вкусы раздражали меня, и мы расстались. Ты, вероятно, услышала бы здесь эту историю в искаженной редакции, и потому я счел своим долгом рассказать тебе. Где она теперь? Она уехала к матери в Самару. У нее три сестры, своя мастерская. Сами шьют, я помогаю. Прости меня. Чего я искал в ней? Я нашел в тебе. Не разбивай моего счастья. Не молчи. Говори скорее мой приговор. Благодарю вас. Оставьте шутки. Я серьезно благодарю вас. За что? Вы облегчили меня. Я тоже должна была вам сказать. На все, что вы мне сказали, я вам отвечу русской пословицей. Долг платежом красен. Вы тоже будете у меня не первым. Ты шутишь? Нисколько. Я не верю. Поверьте. Нам лучше теперь прекратить наш разговор. Я знаю про вас, вы про меня. Подумаем наедине. Если простим друг друга, то встретимся вновь друзьями. Приезжайте к нам в среду. Но... Дальнейший разговор на эту тему я считаю преждевременным. Советую, когда будете думать наедине, не забывайте одного французского афоризма. Tout comprendre, c'est tout pardonner. Все понять, это значит все простить. Займемся чем-нибудь. Ты говорил, что у тебя много новых нот. Мы будем думать наедине, не теперь. Идите сюда. Thank you.
представить. Будем говорить об этом после. Мы услыхали музыку и пришли вас слушать. Это любимая вещь Инночки. Вам нравится? Костенька, что-то папаши нет. Половина десятого. Кто-нибудь задержал? Человек деловой общественный деятель. Вот, кажется, калитка хлопнула. Это он. Да, вероятно, это он. Нет, это не он. Не послать ли к Павлу Сергеевичу? Может быть, он у него? Павлика дома нет, мамаш. Где ж Александр Егорыч? Уж я не знаю. Вы извините, мама. Вероятно, что-нибудь папашу задержало. А мы, кажется, не собираемся домой. Нас так скоро не спровадишь. Вот Инна нам сейчас что-нибудь споет. Спой, Инночка. Дуэт с Костей. Да-да, Костя, покажите-ка свои таланты. Нет, нет, мама, я не могу. Взял всего 10 уроков, пою упражнения. А что вы хотите, чтобы я сыграла? Нет, это не он. Продолжайте, Инна. Простите, я помешала вам пить. Ничего. Погоди, погоди, ты успеешь проститься, как лучами вас. Что с ним? Застрелился в саду.